Добрий вечір. У ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Євгеній Григорович Горбуров, кандидат історичних наук, доцент Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, почесний краєзнавець України. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Євгеній Григорович, собственно, начнемо то, що називається, спочатку. Ви у нас автор достатньо великого количество книг, собственно, статей по истории города Николаева, Николаевщины вообще. Под 300, если я не ошибаюсь. Это колоссальный доробок. И, в принципе, я должен сказать, что, я думаю, николаевцы отметили, что с таким завидным постоянством Горбуров отец и Горбуров сын презентуют николаевцам новую работу. Над чем работаете сейчас? Ну, после выхода книги «Инженер Дмитриев», где-то за период середины 2017 года и по наконец 2018 года написано около 40 новых очерков. Они разные по объему, но все они об истории нашего города, личностях, связанных с нашим городом, известных горожан. Но так получилось, что фактически то, о чем было написано, мало кто знал, или фактически эти все страницы истории не были известны. Поэтому уже готова, и она уже на стадии верстки, новая книга, которую я дал, долго, конечно же, думал, но мне что-то так понравилось выражение, название для этой книги «История без ретуши». Этим бы я хотел бы подчеркнуть, что до этого все, что было написано, изданы более 30 книг, почти 400 уже скоро будет научно-популярных работ. Они были все написаны без прикрас, максимально приближены к реальной истории или к реальной жизни ее героев. Когда книга увидит? Когда читатель увидит книгу. Она будет посвящена 230-летию нашего города, которую мы отмечаем в этом году. И все в руках Всевышнего. Я так думаю, дай Бог, что может быть к концу весны, началу лета. А какой период в истории Николаева охватывает? Первая половина 20-го, 19-го, вторая половина 19 века и начало 21-го. А почему именно этот период? Какие источники использовались? Что вообще становится толчком для написания этой работы? Ранее неизвестные артефакты, ранее неизвестные документы, которые не всегда, к сожалению, сохранились в фондах нашего архива, а были на руках горожан и не только нашего города, других регионов, других городов или других государств. Неизвестные воспоминания, дневники людей того периода. И для того, чтобы это все стало достоянием читателей, приходится где-то дорабатывать, находить под эти уже найденные документы тоже неизвестные еще факты. Из этого уже рождается очерк или рождается книга. А правильно ли я понимаю, что документы, вот собственно, которые таким образом, возможно, даже находятся, они таким образом попадают благодаря публикациям в научный оборот, на самом деле? Конечно. И оно и обогащает, и оно уже является новыми страницами истории нашего края, нашего города и в целом Украины. Потому что есть такие персонажи, о которых издавались книги или пишутся очерки, о которых практически никто не знает. Я только хотел бы привести вот маленький пример. Меня даже это очень удивило и чуть-чуть даже обидело. Николаевский след в создании танка Т-34. Когда-то был такой очень большой очерк. Он вышел в 2014 году, вошел в одну из книг. Все приписывают создание танков Кошкину. Вот когда я написал большую работу, используя материалы нашего архива, думал, что прислушается кто-нибудь из исследователей наших соседей, я думаю, из РФ, историки. Но, к сожалению, так не получилось. И после выхода в 2018 году фильма «Танки», там, где слово идет героизация и прославление Кошкина как единственного неповторимого создания
танка Т-34, но меня это действительно как историка, меня это все возмутило. Эта версия, собственно, изложения вот этой всей истории создания Т-34, мне кажется, несколько оторвалась от исторической действительности. Конечно. А руку приложил человек, который работал определенное время в нашем городе Николаеве, это Афанасий Осипович Фирсов, который, уже будучи под присмотром НКВД, как говорится, без права выезда, но его под конвоем доставили из Санкт-Петербурга в Харьков, он там работал директором, и уже в 1935 году макет по формам, все стояло у него на столе танка Т-34. А сравнить, я так кратко, чтобы телезритель понял, образование того же Кошкина, или Фирсов закончил в Германии техническую школу в Мадвейне, а потом Цюрихский политехнический институт. Представьте, какое он получил образование еще до Первой мировой войны. Цюрихский технологический институт закончила два нобелевских лауреата, среди них такие, как и Рентгент, и Эйнштейн. Вот если мы посмотрим, собственно, то, что называется ваш творческий доробок, можно отметить, что, ну, очень такой широкий круг интересов. Там Вторая мировая война, Крымская война, Советско-финская война. Действительно огромное количество очерков об интересных людях. Что становится вот непосредственным толчком для того, чтобы копать вот в том или ином направлении? Ну, в принципе, чтобы не распарашиваться и где-то на чем-то сосредоточиться, я вот в такой хронологии, как вы и начали представлять творчество, я так и двигался. Потому что диссертация была в свое время у меня на тему подпольно-партизанское движение и националистическое подполье на юге Украины и в Крыму. Но зацикливаться только на той теме, которая разрабатывалась как научная, конечно же, нельзя. Затем пошли другие интересные моменты. Я хотел, чтобы все узнали, что Николаев, к сожалению, даже многие не знают, историки нашего соседнего государства, что Николаев был главной базой не только Черноморского флота, здесь располагался штаб обороны Севастополя, не в Севастополе, в Крымскую войну. Поэтому Николаев имел очень важное стратегическое значение в той войне. Но, к сожалению, смена и элит, смена общественно-политического строя после 1917 года, она поставила крест на этих всех изысканиях. Поэтому в этом... Тут я должен, я прошу прощения, с сожалением отметить, что и сами николаевцы не знают историю Николаева. Конечно. И вот это конечно. Печально. И вот меня, может, где-то это все и подтолкнуло, что очень многие пласты, они занесены вот этой, ну, неблагодарностью нашей, как к нашим бывшим горожанам, которые уже ушли в мир иной. А нам нужно сейчас возрождать эти имена, потому что если мы еще упустим какой-то 10 или пару десятков лет, они уйдут в безмолвие, и мы никогда не будем знать. А люди есть, насколько уникальные, насколько феерически известные, что если поднять сегодня их на поверхность нашей истории, то алмазные грани истории нашего города, они засверкают ярче обычно. Но вот если мы говорим, то, что называется, о спектре ваших интересов и вот о его ширине ваших, собственно, научных и литературных интересов, то мы можем допустить, что вот такие обобщения, они дают возможность, ну, я не знаю, там, как-то по-другому смотреть и на те процессы, которые происходят сегодня у нас в стране, в городе. Как это видится? Ну, если можно, я приведу буквально несколько примеров. Может, я, если в чем-то ошибаюсь, я попрошу вас тогда меня поправить. Вот сегодня многие махнули уже рукой или опустили, будем так проще говорить, руки. Возможно ли... судостроение. Да, да, точно, вы угадали, возродить судостроение. Я хочу сказать, я что... Я прошу прощения, мы очень часто сегодня, к сожалению, слышим, что все, это тема уже, это страница в истории Николаева перевернута. Нет, и делать просто из области аграрную, а из Николаева только центр переработки сельхозпродукции, насытить его этими предприятиями, чтобы выпускать только макароны, там, пельмени в замороженном виде и так далее. Я считаю, что это неправильно. А пример у нас был такой в историческом плане.
Наше адмиралтейство Николаевское, оно просуществовало с 1790 года по 1910 год. В 1910 году, накануне построив последний военный корабль, на заводе осталось работать 454 человека. И в этом же году на ворота завода повесили замок. Он нецелесообразен. Морально устаревшее все оборудование, эллинги, доки, они уже не могли отвечать тем требованиям, а как раз шел вопрос и был утвержден план перевержения и создания мощнейшего флота для Черного моря. Этот завод не годился. Рассматривались варианты строительства такого завода и в Севастополе, и в Херсоне. Но приехал сюда Николай Иванович Дмитриев, инженер-кораблестроитель, молодой, но очень уже известный, талантливый. И он и выбрал именно верфь на Ингуле. С нуля было снесено все. Проведены геологические исследования. И вот на месте завода сегодня, государственного судостроительного, который раньше мы называли заводом имени 61 коммунара, в течение года был построен новый завод, который мы сегодня видим в том виде, в котором он существует. В каких годах? В 1911 году. А в 1912 уже на эллингах и на стапелях этого завода уже было заложено два дредноута. Один из них — «Императрица Мария», каждый из них водоизмещением 23 тысячи тонн, 6 миноносов, 9 или 8 миноносов и 6 подводных лодок, каждая тоже тоннажом где-то 600 тонн. И все это заканчивалось строительство, и все велось, и завод стал одним из самых передовых в технологическом плане, оснащение техникой, инженерным составом в России и в Европе. Это означает что? За год. Какие параллели мы можем провести? Это означает то, что при желании, при политической воле государства, а во время последнего визита в Николаеве 3 марта президент и сказал, что говорит, нет никаких, я не вижу, и пообещал возрождение судостроения в нашем городе, чтобы слава судостроителей в город Николаев вернулась. Как оцениваете исторический этап, в котором находится сегодня Николаев? Ну, я бы так его... Из того, я прошу прощения, что вы выше сказали, мы понимаем, ну и в принципе мы понимаем, что в истории Николаева были разные времена. Были разные. И сложные времена. Да. Я думаю, что точку падения, вот мы уже сейчас прошли, где-то мы осознаем, и где-то взыграло и у городских мужей, и у настоящих патриотов нашего города, вот какая-то такие здоровые амбиции, я думаю, что мы уже поднимаемся с колен. И городу по силу действительно подняться и во всю мощь заявить о себе на всю наше государство и не только. Может быть, даже и на весь мир. Для этого есть потенциал. Вы возьмите даже в спорте, пожалуйста, на зимних олимпиадах, на летних олимпиадах, та же Харлан, тот же Авраменко, до этого был Никитин. Тут вопросов нет. Надо создавать просто условия, и все будет развиваться. Как в свое время создавались условия для развития в городе малому и среднему бизнесу, и мы тогда входили в первую твердую четверку, или если не тройку, развития предпринимательства на Украине. А если вот, скажем, ну, посмотреть в прошлое, вот с каким историческим этапом, вот, может быть, какие-то можно провести параллели вот, собственно, того момента, в котором мы сейчас находимся? В 1900, в марте 1907 года в Николаеве была подключена нам всем известная символом, который является башня Шухова, к Николаевскому водопроводу. С этого момента мы можем считать, что в Николаеве зафункционировал водопровод. На 1 января 1908 года уже было больше 1500 пользователей, то есть, будем так говорить, абонентов этого городского водопровода. И интересный факт для себя буквально вот недавно тоже нашел. 29 декабря перед гласными городской думы на внеочередной сессии выступил городской голова Леонтович. И он обратился к ним с предложением отметить
бывшего городского голову Соковнина, отметить горожанина Матвеева, который занимался строительством, и не только строительством, курировал активное участие в том, чтобы у нас был городской водопровод. Выпустить специально памятный жетон, которым наградить всех, которые принимали участие в создании городского водопровода в городе Николаеве. Выделить из городской казны 1500 рублей для того, чтобы тоже можно материально как-то поощрить этих людей. И Соковнина и Матвеева поместить портреты в зал Государственной Думы на вечное, так он и подчеркнул, на вечное хранение. Ну и до этого им была сказана такая фраза, что долгих 25 лет пришлось уговаривать, у нас велись разговоры, будем так говорить, болтология, нужен ли городу водопровод или нет, когда мы действительно катастрофически страдали без воды. И до тех пор, пока не поставили ту башню Шухова, резервуар, который вмещал, вот для сведения телезрителей, 50 тысяч ведер воды, а там уже не могут сами посчитать, сколько нам оно вмещало, по объему они были. О чем это? А у нас есть такой сейчас прецедент, который тоже у нас сейчас повторяется. Выступили с предложением, обратились к городскому голове жители Варваровки, которые вообще не видели и не знают, может, у кого-то, если были в гостях в Николаеве, что такое кран водопроводный, для того, чтобы у них появилась вода. Мэр и депутаты городского совета, там, кстати, один из депутатов по Варваровке является и мой сын, занимались этими вопросами. Сейчас решена вопрос уже и создана, имеется техническая документация. Надо теперь приступать к строительству дюкера через реку Южный Буг, и в Варваровке может появиться питьевая вода. На сайте Новости Н опубликовали это сообщение. И вы думаете, там какая-то реакция, бурные аплодисменты? Нет. И зачем нужен этот дюкер? И пятое, десятое, сплошной какой-то негатив. А в чем виноваты 15 тысяч жителей города микрорайона города Варваровки? Нашего города с вами. Ну, я прошу прощения, там же дальше в аналогичной ситуации Большая Кореница находится. Конечно. И Малая, если не ошибаюсь. Собственно, а это на может самом быть, деле, это на же... самом деле же проблема для значительно большего количества людей, чем просто жителей Варваров. Да. А у них довод теперь какой? Видите ли, 79 миллионов это вроде бы мало. Значит, на площадь, там, где люди пить не будут воду, мы выделяем больше 80 миллионов. А 79 миллионов для того, чтобы обеспечить надлежащие условия, я хотел бы напомнить, за окном какой у нас сегодня век? 21-й. Это раз. Это во-вторых, потом сделать и привлекательным микрорайон Варваровки для того, чтобы там строить и жилье. Почему там не строили многоэтажное жилье и так далее, и не развивался город в ту сторону? Из-за отсутствия воды. В Сахаре же не строят мегаполисы. Ну, я же правильно понимаю, что такие, это в комментариях, собственно, под публикацией, это, как говорится, можно с полным разумом, просто тот, кто подобные мысли допускает о том, что нужно это или не нужно. Должны ли мы, в принципе, обращать внимание на такие комментарии? Ну, я думаю, что нет, но и жители микрорайона Варваровки, они должны знать, что, к сожалению, есть люди, не все согласны или не солидарны вместе с ними. А я лично считаю, даже если бы это касалось не 15 тысяч, а даже меньше, это люди, это наши горожане. И мы не должны игнорировать и переступать через их интересы. С точки зрения вашего жизненного опыта, управленческого опыта, ну, собственно, научного опыта, вот, возможно, то, что сегодня получается в Украине, и то, что не получается. И, возможно, почему? Ну, не получается, наверное, в Украине, наверное, с самого начала. Вы знаете, вот я как-то анализировал и подумал, вот с самых первых дней после того, как мы отримали незалежность, вот эффект неправильно застегнутой рубашки. Наверное, каждый из мужчин особенно сталкивался, когда ты пуговицу застегиваешь на рубашке, потом, глядь, а ты не в ту попал ячейку, и у тебя надо это все, а мы сразу же попали же не в ту ячейку. Я ничего не имею, как кроме человеческих факторов, к товарищу Кравчуку, но мне что-то кажется, что неправильный был подбор в самом начале и расставлены кадры,
Это бывшие же те же партийные, советские работники почему-то посчитали, что мы не сможем воспитать другие более или молодые кадры. Но получилось так, как получилось. Как и говорил Леонид Макарович, маемо, шо маемо. Так а что ж мы маемо? Мы тогда расстались и с ядерным оружием. Я, может, где-то согласен, что стратегическим надо, потому что оно требовало больших капитальных вложений для его обслуживания, содержания и так далее. Но с тактическим, я думаю, что мы поспешили. Не зря наши соседи, вот Российская Федерация, тогда за несколько суток, практически несколькими эшелонами, все тактическое оружие, это мины, авиабомбы вывезли. Они бы сейчас могли лежать у нас на складе, и это было бы тоже хорошим предупреждением для любого агрессора, что с нами шутки плохи. Ответ может быть тоже адекватным. А так мы, как говорится, расчехлились, разделись. А в дальнейшем вот это неправильно, как мы говорим, расстановка кадра, оно привело к чему? Развалились те все предприятия благодаря кому? Потому что новые директора появились? Нет, там появились те же старые кадры. Но знаете, вот иногда говорят, золото в чем опасный элемент? Оно вступает в опасную реакцию химическую с человеком. Это как и деньги. Оно его быстро разлагает. Вот и пошла потом вот такая цепная реакция, когда было легче порезать эти заводы, чем содержать, чем думать головой о том, чтобы им дать новый статус, новую, перейти на рельсы выпуска новой конкурента продукции Западом. А легче было все, повесить замок. Так мы расстались с нашей кондитерской фабрикой, которую мы так все любили. Канул в лету наш ликероводочный завод. Все бюджетно наполняющие предприятия, которые могли бы на это все дело работать, мы отдали. А зато у наших всех соседей в других областях эти все предприятия функционируют и наполняются. Хорошо, есть ли шанс перестегнуть пуговицу? Я думаю, что есть шанс. И вот присутствуя на заседании 3 марта Рады регионального розвитку, я услышал и от главы Николаевской госадминистрации Алексея Юрьевича Савченко, и от городского главы Сенкевича Александра Федоровича, и самое главное из уст президента, что, и это, поверьте, я же почувствовал, что это не наиграно, и это не постановка, а нас ждут кардинальные действительно изменения и в лучшую сторону, и они уже ощущаются. Ведь мы не должны забывать, что Украина, когда с бегством Януковича на казначейском счету у нас было, это сейчас ни для кого не секрет, и ни один из оппонентов не может это опровергнуть, 108 тысяч. То есть 1/4 часть копейки на каждого жителя Украины. Сейчас, пожалуйста, 20 миллиардов, больше 20 миллиардов у нас находится. Золотовалютные резервы выросли у нас по сравнению с тем периодом. В 4 раза. То, что был дан курс на евроинтеграцию, до этого у нас была только болтовня. Мы находились в состоянии многовекторности. Это была наша политика. И с тем, и с тем, и с другим, кто приехал, мы того любили. Тот был наш брат, сват, кум и так далее. Оказывали гостеприимство, а в ответ конкретных шагов мы никаких не предпринимали. Сегодня совершенно другая ситуация. Сегодня мы уже с нашим украинским паспортом можем поехать в 120 государств мира без всяких виз. Да, многие сегодня, особенно вот пожилое поколение, говорит, а навище там мне паспорт потребен, я все одно никуда не поеду. Подождите, а ваши дети, ваши внуки, правнуки, они поедут, и они имеют на это полное право. Все что-то забрасывают сегодня, что только дети руководителей могут поехать или те позволят себе учиться. Это тоже, я считаю, просто какие-то фейки, какая-то неправильная пропаганда. А люди верят. Почему люди верят? Они привыкли, если говорят по телевизору, так это все правда. Но я хотел бы тем людям, кто так рассчитывает и только думает, запомните, это же не программа «Время», что вы включили, вам говорят какие-то новости. Все они давно уже раскуплены между олигархами, все эти телеканалы находятся, и каждый там рассказывает то, что он хотел, чтобы думал пользователь того или иного канала. Это у него откладывалось где-то под коркой. Если я не прав, подправьте. И самое интересное, вот в этом году, в апреле месяце, исполнится 70 лет, как вышло, я считаю, очень сильнейшее эссе. Я бы многим рекомендовал телезрителям почитать Альберта Эйнштейна «Почему социализм?».
И там, кстати, черным по белому он и написал, что он думает о прессе, о вот этих всех радиотелекоммуникациях в свободном мире. Ну, не могу не спросить. Собственно, ну, вы же наверняка слышите вот эти скандалы, которые сейчас буквально потрясают наш политикум. Там одни кричат «подкуп», другие кричат, вот, пытались подкупить даже целого кандидата, однофамильца, значит, другого кандидата. История, которая сейчас развивается с Укроборонпромом. А как вы это все воспринимаете? Что это? Я воспринимаю это все, это происходит в каждой цивилизованной стране, когда проходят выборы, то есть достают грязное белье или подтасовывают, где-то протекает крыша правоохранительных органов, то есть шло следствие, и это не было какой-то новизной, это, кстати, по Укроборонпрому. Когда появились действительно уже неопровержимые данные, что это там действительно уже ушки торчали этих всех виновников, президент как поступил? Со всех постов, со всех, невзирая там, что приближенные, неприближенные. И тоже, будучи в Николаеве, он впервые здесь заявил, в Николаеве это было его заявление, что так будет и дальше поступать со всеми, кто посягнет на финансы, особенно финансы, которые идут, денежные средства на укрепление оборонной мощи нашего государства. Я считаю, он поступил своевременно, правильно. И здесь, наоборот, нужно поддержать президента, а не смаковать. Что мы смакуем? Мы иногда смакуем, даже неуважение бывает, не так там где-то какая-то, где-то увидел, камеры засняли, у него там не где-то штанина, и мы начинаем об этом всем смаковать. Это говорит о низкой политической культуре, это говорит и о том, что, как я вам рассказал, что распределены средства массовой информации, сказали оттуда. И вот эти только вылавливают все жареные кадры. А то, что, том, что я вам сказал, насколько мы сейчас финансово уже укрепляемся, никто не говорит. Вы сейчас слышали, чтобы кто-то сейчас поднял тему о том, как несколько лет назад Приватбанк обвалил, мог обвалить всю экономику, и Украина могла быть в дефолте, и мы все ходили бы сейчас нищие боссы. А кто же это сделал? То, что 6 миллиардов было выведено долларов за пределы Украины, банковские все счета, они были обнулены, и несколько суток заседало СНБО, и было принято решение, президент тогда обратился к государству, сказал, что все вкладчики будут защищены, все бизнес-проекты, которые были подвязаны под кредиты этого банка, гарантированно была выплата и так далее, даже отсрочка на погашение отдельным кредиты, кто брал в этом банке кредиты. Защищены пенсионеры, которые получали пенсии в этом банке, и зарплаты государственных служащих. 20 миллиардов государство туда бросило, банк перешел в государственную собственность. Почему об этом мы сегодня не говорим? Мы забыли просто? Я вам хочу сказать, что мы действительно, и не только по этому примеру, и по другим, мы могли уже достичь дефолта. А благодаря тому, что у нас сегодня руководитель, который не берется брать ответственность, он об этом говорит. Я, как и вы, встречаюсь, и я не думаю, так и знакомых, вот мне надо рассказывать, ты понимаешь, вот он доллар обещал, что будет у нас там стабильный. Да, да, он сказал. На апрель месяц, это я как сейчас помню, ну память пока хорошая, в апреле месяце 2014 года, пока экономическая ситуация нам позволяет держать его на уровне 10. Потом у нас начались военные столкновения на Востоке, они естественно потребовали у нас больше вливания, укрепления нашей обороноспособности. Это не вина. А сейчас вы посмотрите, что делается с валютой, она падает. Чего сейчас никто не кричит? Что она падает. Почему никто не говорит? Потому что сейчас многие думают, те, кто понабирал, думают, он считал себе по-другому, он нажал на одну цифру те деньги, которые у него были в загашнике, а теперь, теперь он беднеет сам на глазах. Поэтому ему не нравится. А он на Раде регионального развития, что сказал президент? Одна из его главных сейчас посылов. Не должно быть на Украине бедных. Украина должна быть государством богатых и счастливых людей. Вы стали, собственно, доверенным лицом президента, как кандидата в президенты Украины. Насколько сложным это был шаг? Я не состою ни в одной партии. Но когда я посмотрел, тогда их было 44, сегодня 39, да, кандидатов, кто шел?
Один развозил мусор по всей Украине, не смог у себя навести порядок. Кстати, я лично беседовал, это тоже не фейк, я готов ответить с одним из бывших николаевцев. Он сегодня очень большой, успешный, он НКИ закончил, в этом его николаевские корни. А так он сам со Львовской области. Он крупный бизнесмен в строительной сфере. Я когда встретил, говорю, расскажи, там есть действительно какой-то эффект, что вы там все перед мессией, там, этот ваш мэр. Он говорит, о чем ты говоришь? И это все тоже фейк, вот эта партия. Говорит, мы его, как эту партию, как самонемеч, мы иначе не называем. Я понял, там человек тоже не обманывает и все. Дай бог, пусть он еще на следующих выборах пройдет на пост городского головы. По биографии посмотрел, я всегда смотрю на человека, даже вот когда мы еще голосовали в районный совет, потом сейчас вот в областной совет, что за человеком стоит в жизни. По опыту, несмотря на его возраст, я считаю, что для политика это очень молодой возраст. В этом году исполнится Петру Алексеевичу всего-навсего 54 года. 54 года. А он за это время... возглавлял два министерства, возглавлял РНБО, был председателем бюджетной комиссии Верховной Рады, был председателем наблюдательного совета Нацбанка, четыре созыва был депутатом Верховного Совета. Какие еще можно доводы говорить? И где какие проколы? И почему мы решили на этапе, когда, вот, к примеру, сейчас решается вопрос строительства общежитий для военнослужащих. Из тех денег, которые сейчас вот найдены были, которые удалось вернуть из офшоров частично, которые были предыдущим президентом выведены туда, строятся сейчас вот эти общежития для военнослужащих, для которых будут проживать 25 тысяч контрактников. Одно-двухкомнатные номера со всеми удобствами и так далее. Строится 500 амбулаторных сельских амбулаторий. С джипом, со всем оборудованием, под ключ. Они сдаются для того, чтобы... уже построено и функционирует 204 новых предприятия по всей Украине. Почему мы сегодня об этом не говорим? Да, мы услышали, и то, когда приехал президент, раз показали Агрофьюжн в Николаеве. А таких предприятий я назвал 204. Намеченный сейчас план до конца, вот если следующая конденция, у нас новых предприятий получится, будет около 1000. Вы представляете, это предприятия фактически все, они работают на экспорт, на внутренний рынок. И самое главное, они дают рабочие места, и не просто рабочие места, а с достойной заработной платой для населения. Нам надо только аплодировать этому, а не находить какие-то крючки. Нам надо подставлять плечи, помогать. Это и другое. И, конечно же, я хочу вам сказать, кому выгодно вот эта сейчас смена власти. А если сейчас вот происходит смена власти, я не уверен, потому что практически у всех других кандидатов там нет четко выраженных вот этих всех ориентиров, на которых сегодня говорит действующий президент. Нет, они размыты, чтобы потом не нести, может быть, в какой-то мере ответственности. Если мы меняем курс, кто его знает, может, у нас рухнет экономика, рухнут у нас связи, те обязательства, которые мы давали перед международной общественностью, перед международным бизнесом, и снова будем влачить жалкое существование. Я вот это боюсь, и я твердо убежден, что все ждут, говорят, а вот такой-то реформы нет. Я готов ответить, дорогие друзья. Выполнить реформу от того, как ты ее назначил, это не включить выключатель, и сразу же эта реформа у тебя вступит в действие. Это кропотливый труд, это работа с теми же инвесторами, проработка этих всех документов, заключение контрактов, строительство и так далее. Мы не должны сами себе рубить крылья. Мы рубим крылья, если кто-то думает, что он рубит только одного Порошенко. Он рубит крылья государству, он рубит крылья собственному народу. Я вот глубоко убежден, мы должны пойти. А буквально такой очень интересный пример. Я был в поликлинике там по оздоровлению недавно, был в очереди. Сидят женщины, старушки, сидит
одна такая молодящаяся дама в норковом полушубке, и всем рассказывают, как она за одного из оппозиционных кандидатов, вот пятое, десятое. Я никогда не давал себе возможности вмешиваться в чужой разговор. Но коли я был в этом предбаннике, там седьмым или девятым человеком, я просто спросил: женщина, а что вы так вы об этом кандидате с уверенностью говорите? Потому что я знаю, я 40 лет проработал экономистом. Я говорю, что вы проработали экономистом? На Николаевской трикотажной фабрике. Вы Онищенко знаете? Она мне таким уже вошла в раж. Я говорю, конечно, знаю. Так вот, говорит, если бы не помиранчевая революция, мы бы еще работали. Я говорю, а вот здесь, я говорю, стоп. Вы задолго прекратили свое существование до помиранчевой революции. Я говорю, а где сейчас Онищенко, скажите, женщина? А он уехал в Крым. Там организовал такое предприятие. Так я говорю, это тоже знаю. Он сразу же вскоре после развала Союза взял высокотехнологичное оборудование, погрузил на машины, уехал в Симферополь, открыл там такое же предприятие и выпускает эту же продукцию. А Николаевское предприятие здесь оставил, людей выбросил на улицу и все. И вот такие тоже ходят агитаторы. То есть люди, может быть, где-то забывая, что было лет 10-20 тому назад, и ведутся сегодня на какие-то дешевые посулы и дешевые обещания. Ничего так легко не дается. Но я вам хочу сказать, к сожалению, людей не обманывают. Каждый человек обманывает сам себя. А для тех, кто иногда верит вот в красочные плакаты или в красочные вот эти агиточки, я вам хочу сказать, верьте в дела. Потому что не цветы виноваты, что слепые их не видят. Ну, в принципе, не могу не спросить, собственно, то, что вы стали доверенным лицом кандидата в президенты, означает ли ваше возвращение в активную политику, может быть? Или, собственно, сын достойно несет знамя в политике? Я думаю, что в нашей семье вот пока достаточно, что вот он депутат городского совета. Я-то вижу со стороны, потому что ну, мы раздельно живем. Но он не кривит душой, он честен всегда перед своими избирателями. И многие и предвыборные обещания, когда он в 2010 году его избрали депутатом, он выполнил, или уже они в стадии завершения, потому что и глобальное, кстати, одно из, он не обещал на 100%, а приложит руку к тому, что Варваровка будет с водой. Следующая перспектива, я думаю, тут не открою никаких тайн, что когда появится у нас троллейбусное сообщение с Новым, я думаю, варваровцы увидят троллейбусный маршрут, потому что ну, должны люди не быть у нас обделены. Транспортная логистика должна все-таки быть логистикой. Не зря такое слово звучит, как логистика. Не так, что там пусто, а там густо этих и маршруток, и автобусов, и так далее. А там время покажет. Я думаю, что не только таких, как я, и в возрастном плане нужно сбрасывать со счетов. Может быть, придут такие руководители в городе, в области, где им понадобится и наш опыт. Опыт не перестраховщиков и так далее, а вот действительно опыт и работы с людьми. Передать опыт в подготовке кадров, анализа вопросов, я не имею в виду, может быть, экономических. У нас, слава Богу, хватает и докторов, и кандидатов экономических наук. Только пусть они нам раскрывают эти все секреты, которыми они владеют. Но наше, вот лично мое убеждение такое, это нужно и где через книги, где через слово открывать глаза людям, подсказывать и не дать то, чтобы их просто обманули. Ну и подводя итог разговору, каким видите Николаева, вот, собственно, в будущем, в перспективе? В перспективе, ну я вижу, это уже мы говорим и повторяем, и слава Богу, город Святого Николая, он должен быть счастливым. Здесь должны ходить люди счастливыми лицами, здесь должны быть люди с достатком. Город должен быть европейской культуры, и он должен быть картинкой настоящего европейского города. Вот я таким вижу наш Николаев. Евгений Григорьевич Горбуров, кандидат исторических наук, доцент Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, почесний краєзнавець України,
був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, що найкраще. Успіхів вам. Дякую. До побачення.